Всем доброе утро. У нас с утречка уже музон играет. Смотрите, какие-то тучи, что ли, или что это, вообще непонятно. А это я. Так как мы легли очень поздно вчера, к тому же я не могла уснуть. Как знаете, говорят, вот, когда устанешь или там что-то, уснешь без задних ног. Это не при меня. Я когда устаю или перевозбуждаюсь, я потом еще хуже засыпаю. Музыку слушать. Так вот, еще я, помимо того, что поздно приехали, лежала еще до какого-то времени и не спала. Ну ничего, завтра у нас выходной, у нас завтра праздник по всей Испании, какая-то там опять святая, так что отоспимся либо сегодня, либо завтра. Ну а там спимся, хотя и на пляж надо ехать. Ты такой лежишь тут вообще? Ты такой лежишь, и чё? И лежишь, и лежишь, и лежишь, и лежишь. Развалился, царь мой. Ой, а кто тебя тут покусал? А, ого, весь искусанный, смотрите. Тут комарики искусали, пока меня не было, да? Да нет, тут не могут комарики искусать. Кто тебя покусал? Кто? Маленький мой. Пойдем на работу. Недолго думая, после работы решил прогуляться с Чарли по парку, потому что я не знаю, смогу ли я сегодня после обеда, ну то есть вечером с ним прогуляться, да и у него еще не особого настроения нет, а еще у нас сейчас уже праздники, ферия, и все вокруг стреляет, сегодня будет салют в Альмунекаре, в соседнем городке, где живет Таня, поэтому оттуда тоже все слышно, и да, и еще... Я сегодня хочу съездить на рынок, как на прошлой неделе, уже поехать с тяжелой артиллерией, то есть с моей тележкой, купить арбуз, манго вкусное, ну, в общем, фруктики разные. Мне должна была сестра вчера купить, у меня вчера на покраске была сестра мужа, вот, и мы с ней договорились, что она мне выплатит персиками. Она там ездила на базу. У них раньше магазин ей был, и вот она все эти базы знает, и она по сейчас, они его закрыли, но ездит на ту же базу за фруктами и овощами. И вот как раз что-то заговорили, она говорит, я пробую персики, чтобы, ну, вкус своего брата она точно знает. Я говорю, ой, ну купи мне тогда коробку. Коробка там, ну, не знаю, штук 12, наверное, 13 персиков. И говорю, раз попробуешь, говорю, братцу купи. Она, ладно, я говорю, вот тебе этим мне и заплатишь. За покраску. Ну, я сегодня ей позвонила. Она говорит, не купила, не было хороших. Вот, наверное, надо персиков еще купить на рынке. В общем, хочу посмотреть фрукты. Поехать уже пораньше, чтобы было светло. И к чему я это говорю? К тому, что все ко всему, наверное, гулять вечером не пойдем. Ну, вернее, я-то пойду. Я пойду, я и на пляж пойду. Несмотря на то, что здесь ветер, море очень спокойное, и там ветра нет. И я и на пляж пойду, и на рынок пойду, а он будет сидеть дома. Потому что сейчас ему дома больше нравится, чем на улице. Я даже сейчас вышла, он мне опять начал, типа, протестовать. Уселся, но так как здесь машин нету, я на него плюнула и пошла дальше. Когда я уже отошла несколько, не знаю, наверное, 500 метров, он все там сидел под деревом, думал, что я сейчас вернусь к нему. А нифига, гляжу, бежит, и все, очухался, понял, что протесты его не действуют, и теперь гуляет уже хорошо. Так что я думаю, что этой прогулки ему на сегодня хватит. Так, я сегодня еще обедаю одна, поэтому у меня в планах, у меня еще есть, остался салат с красной икрой, хотел сказать, с красной свеклой, потому что его только одна я ем. И хочу себе вспомнить, хотела за салатом заехать в Лидл, потом вспомнила, что у меня есть где-то там валялись пельмени, и пельмешки отварю себе. Вкусно же, вкусно. И буду пельмешки лопать. А на завтра уже сделаю что-то типа бестроганов. Блин, а завтра уже... Ай, нет, мы завтра не работаем, друзья, у нас же завтра выходной. Ну, пипец, я думала, уже завтра пятница, а завтра же четверг и выходной. Ну, вообще шикардос. Мы, правда, собираемся кое-какие дела делать дома. У меня там зеркало отвалилось.
У меня не отвалилось, оно на липучках таких было. Липучки, естественно, отвалилось. Надо, чтобы их приделать, его зеркало, чтобы прям насмерть. Крышу, может быть, сделаем, хотя под такой жарой. По такой жаре лазить наверху, делать крышу, это я не знаю. А хочется уже сделать ее. В общем, завтра у нас выходной. Ну, классно, что? Или, может быть, на пляж куда-то. Народу везде, потому что выходной не только у нас, а везде по всей Испании. Поэтому будет столько народу, что я пляжи эти не люблю, когда много народу. Ну, в общем, поживем, увидим. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ставьте колокольчик, чтобы приходило оповещение. И лайки. Как там это в песне? Лайкни меня. Лайкни меня. Жми на... Как? Как же эта песня? Три, ты лайкни меня. В общем, вы поняли. Погода у нас, видите, парит, поэтому там облачка. А облака белоклылые, лосатки. А там нету ничего над морем. А облака... То вы снитесь, вы несетесь без оглядки. Что-то так. Так что, такие у нас планы. Вот-вот, он уже к машине бежит. Он уже все, он уже не хочет гулять. Он уже все дела сделал. Скажет, что ты меня тут водишь по этой жаре. Поехали домой, там хорошо. Я там на своем коврике буду лежать и отдыхать. В общем, не поехала я на пляж. Время у нас уже 6. 7 час. Видали, как быстрое время летит? Поела. И что я сделала? Завалилась спать. Прям так в сон потянула. Страсть. Все-таки 2 дня бессонных ночей дало о себе знать. И я удрыхлась. И вот проснулась. 2 часика так полежала. Но, знаете, тоже спала не очень. Я не люблю днем спать. И жарко очень было. Я в спальню ушла, все как надо, на кровати. И так жарко было, что прям лежу потная вся. А сейчас включила вентилятор, и под вентилятором хорошо. Решила себе чай, наверное, сделаю, попью. Чаек, помою посуду. А потом пойду на рынок, поеду. Вообще, вот жалею, что не поехала на пляж, но у меня завтра целый день для того, чтобы там поваляться. Просто дома жарко и скучно. А пока чай. Кстати, мне очень понравилось вот это молоко. Это из Lidl. Оно такое для кофе вообще совершенно тянучееся, какой-то вот, знаете, хотя это даже не молоко. Здесь вот написано, что это напиток на базе обезжиренного молока. То есть не врут, что это не молоко. Совсем очень много разных витамин. Смотрите. Омега-3 витамины. А, Д, Е, В6. Ацида фолика для женщин. В12. Кальций. В общем, супер. И прям классное молоко, как будто оно жирное, как сливки, но оно обезжиренное. В общем, вот такое буду брать. Супер. Собралась на рынок, так испугалась сейчас вообще. В общем, я раньше, пока вам показывала, что я права носила, чтобы кошелек с собой не носить, там на прогулку, еще что-то. Вот в фунде, в этом, кстати, это я. Вот сюда клала. А это я купила другой чехол, такой вот на Алиэкспресс. И он просто сюда не влазит, не закрывается тогда чехол. И, в общем, приходится права то туда, то сюда класть. То в сумку, то еще. Вот, допустим, сейчас я вот так их положила. Просто иду и думаю, как бы не потерять. Ну и вот так вот из сумки в сумки перекладываю в кармашку. И сейчас полезла. Это что ж получается? А ну в принципе, если у тебя есть резиденция, тархи, ну вот это вот ДНИ, то ничего страшного. С ней тоже можно действовать. В общем, кинулась в кошелек, чтобы взять права поехать. О, машина-то вот. Чтобы взять права поехать на рынок. Бац, нет. Блин, я чуть не обкакалась. Ну где они?
А это надо, знаете, все сумки перебирать. Хорошо, что я сейчас все сумки повыбрасывала, осталось несколько. И вот все сумки лазила, искала, где, куда делись права. Уже думаю, вдруг потеряла. А чтобы восстановить эти права, кондиционерчик включен. Я его, наоборот, выключила. Это вообще сколько времени уйдет? Почему так? В прошлом году у меня такая же фигня была. В общем, едем на рынок. Чарли остался с мужем. Радостный. И едем на рынок. Вот сюда подъеду забываю. За продуктами. Ну, я хочу... Я уже говорила. Ну, блин. Вообще, одной рукой не очень удобно. Видите? А еще у меня кончилась вода для мытья окон вот этих. И у меня окна грязные. Смотрите, какая я крутая Чита. Кстати, здесь все контролируется. Здесь ходят и смотрят, что запрещено, что не запрещено. Там один мужик что-то говорил. Что-то они продают, что нельзя. И чтобы они убрали. Смотрите, колбаска вкусняцкая. Сыры вонючие. Я не люблю просто сыры, поэтому говорю вонючие. Тут мне арбуз нужен. Так что вот. Крутяцкая. Красивый вот этот купальник, но они почему-то все грязные, видите? Все прям грязные. Это еще более-менее, но тоже какой-то грязный. А так красиво, правда? Это тоже красное, вроде бы ничего так. Трусы слишком маленькие сзади. Женщина. Нет, ой. Кстати, купальники были за 10. Ну вот неплохой, да, был, который, ну блин, весь грязный, за 10 рублей. Сейчас можно со скидками в любой магазин зайти. Ну, может быть, за 15 купить. Поэтому. Овчинка, как это? Овчинка выделки не стоит. Смотрите, какая дама с Краснодара. Ничего я не против не имею. Просто это Краснодара просто так и к слову сказала. Косички вот тоже у нас стригут. Дамы с Африки. Так, манго. Почему у них, наверное? Манго. А там еще люди на пляже загорают. Море шикардосное сегодня. Вообще сегодня погода очень фу-фу-фу, чтобы не сглазить. Что-то сегодня пустовато. Может быть, из-за ферии, что праздник. А так, смотрите, вообще, что там пусто. Если рано сказать, что... Ну, нет, не рано. Не знаю. Я уже купила арбуз, персики, бейсболку мужу. Себе сережки покажу вам дома. И манго мне осталось купить. И все. И поеду домой. Смотрите, какое море вообще. Вот. Нормально, да? Такое бывает. Видите, непонятно, где море, где что. Видали? Все бывает в жизни. Классно. И жарко так, духотища такая. Почему-то жалко мне их стало. Вообще я такие вещи не люблю, мне потом я такая сентиментальная, ну правда. Так столько много жестокости в жизни, что ладно, будем о хорошем думать, что у меня вот вкусный арбуз народу прибли, смотрите, больше. И там я не могу ехать, потому что у меня телешка. Так что будем... Жесть. И какашки. Будем продвигаться, как можем. Танки грязи не боятся. Вот вам шмоточки, юбочки.
Можно, в принципе, нормально приодеться, поискать, если что, можно все найти. Смотрите, комики, комбинезончики. Так что эти вот такие вот, я люблю вот такие базары, рынки. Интересно. Главное, чтобы, знаете, такие сумочки, например, на вот эти по 5 евро. Так, что хотел сказать? Не знаю, забыла. Хорошие мысли приходят опоздля. Люди с пляжа только идут. Кстати, ой, мухи летают. Ну, на такие рынки, наверное, они. Но у нас вот на пляже они только летом. Как дети только пойдут в школу, числа 10 сентября, по-моему, то все это закрывается. И все. Так. Ой, какие бейсболки красивые, смотрите. Так, проходим, проходим. Не останавливаемся. Давайте спросим, сколько они стоят. Хотя, вот это прям синяя, симпатичная. Качество, конечно, это только на одну стирку, знаете. Постирал и выбросил. Ну, что делать? Вон там и кроссовки всякие, подделка. Кстати, их не гоняют, я не знаю почему. Опять твою мать. А я еще купила это, как в прошлый раз. И мужу позвонила, я говорю, хочешь этот торт до чичеронес? Сказал, покупай. Пробка. Лютон, смотрите. Что хотите? Всякие сумки Prada, Gucci. Все, что надо, вот у нас все есть. Какую хотите? Какую хотите? Смотрите, какая классная луна. И лунная дорожка. Видите, на море? Супер. В общем, я набрала всего до всего. Моя старенькая кошелочка, тележечка. Наполнено до отказа. Все, я еду домой. Все, купила арбуз. Сейчас домой приеду, вам все покажу. Люди все приходят и приходят. Ну, луна, это просто офигеть. Так что фруктами запаслась. Не знаю. Да, сейчас все быстро съедается, потому что лето. Ах, лето. Лето красное. Будь со мной. Вот что я купила. Ну, это кепка мужу обычная. Сеточка такая. На лето, скажем так. Надо ее сейчас убрать. Жарко так, духотища вообще. Арбузик. Надо помыть, какой-то он грязный. Это, я не знаю, что почем. Хоккей с мячом. Я знаю, что вот этот 2 евро. Это торт де чичароны. С этими, с шкварками. Манго, оно прям пахнет вообще. Были, в этот раз купила за 3 евро килограмм, потому что они, видите, только что сняты с дерева. А те какие-то манго было по 2 евро, во-первых, очень-очень спелое, а во-вторых, оно было уже какое-то замусоленное. Нужно брать манго, вот такие вот, видите они, что вот эти вот, значит, они только что сняты с дерева. Яблоки, 4 штуки вот таких, потому что они, по-моему, тоже сняты с дерева и пахнут яблоками. Вообще, все, что я сегодня взяла, пахнет. Персики тоже пахнут персиками. Потому что сейчас фрукты вообще ничем не пахнут. Их берешь и нифига ничем не пахнут. Перцы вот эти взяла. Это я сейчас в духовку отправлю и сделаю салат. Вот из перцев и синенького, в общем, понятно. Да, и у меня оставалось 5 евро. Думаю, возьму сыр. Я попробовала его. Это сыр вьехо, то есть выдержанный сыр. Но я в сыре, как и в вине. Ноль. Не понимаю я сыры. И вино также я не понимаю. Поэтому фиг его знает. Муж говорит, как говорится, они все на запах. Вроде, чем больше воняет, тем вкуснее. Я так вот сделала вывод. Вроде бы воняет, фиг его знает. В общем, такой. Ну и вот я знаю, что по корочке тоже можно. Я определяю, что он выдержанный. А ты что ждешь? Ты что ждешь? Я тебе уже все дала.
твою печеньку дала. Все, хватит. Больше ничего нету. Да, больше ничего нету. Ты сыр хочешь? На. Лопай. Эх, он бы слопал. Он бы слопал, ну кусок большой. Правда, ты бы слопал, да? Дизая моя. Такой рыбы вкусный. Вообще съела бы его. Так что вот такие у меня покупочки. Что-то было целая тележка, достала и нифига ничего нету. Сейчас яблоко сожру одно. Съем, будем культурны. Сливки, бананы. Кстати, муж приносит вот такие вот груши. Они, у них, он где-то там дерево откопал. И почти каждый день мне приносит эти груши с дерева. И так что это деревенские груши. Но это, конечно, все вот сюда не уместится даже и не мечтать об этом. Так что буду с вами прощаться до завтра, потому что я сейчас пойду в душ. В общем, ничего интересного не будет. И буду с вами... Встретимся с вами завтра в холодильнике. У меня, конечно, ничего не уместится. Об этом даже и речи не может быть. Ой, блин. А перцы сейчас в духовку отправлю. И все. До завтра. Всем пока-пока-пока.